Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Мы часто говорим про девайсы, ориентированные на любителей отдыха. Это беспроводные колонки, экшн-камеры для прогулок на природе и экстремального отдыха. Но все они, так же как и обычные смартфоны, камеры, колонки, наушники, требуют подзарядки через определенный период времени. Тут не обойтись без внешней батарейки. А в идеале еще и чтобы сам аккумулятор был устойчив к агрессивным условиям окружающей среды. Удивительно, но пока внешних батареек, выполнен в корпусе защиты от воды, не так уж и много, тем интереснее смотрится новинка PNY Outdoor Charger, которая еще не была анонсирована на российском рынке, но должна уже стать доступной в ближайшее время. Поставляется PNY Outdoor Charger в упаковке, оформленной в спортивной стилистике. Откидная крышка с магнитами и подробное описание основных преимуществ. Комплектация включает карабин, кабель мини-USB, кабель микро-USB, инструкцию, гарантийный талон. PNY Outdoor Charger выполнен в соответствующей стилистике. Крепкий корпус, резина использована в оформлении ярких цветов. За счет резиновых выступов при падении он с большой вероятностью не получит видимых повреждений. Собран добротно, визуально смотрится монолитным. Есть ушко для фиксации карабина. С ним можно будет повесить аккумулятор на рюкзак или брюки. Разъем USB 2.1 А и микро-USB, скрываясь под резиновой заглушкой. Рядом с ними яркий фонарик. Корпус защиты IP65, не боится попадания воды и краткосрочного погружения в воду. Данная опция будет полезна как для сохранения работоспособности в обычной эксплуатации, исключив случайное повреждение, так и в паре с экшн-камер, например, GoPro Hero 5. Даже защитой владельцу PNY Outdoor Charger стоит следить за плотностью закрытия заглушки и не проводить зарядку, естественно, девайсов при риске попадания влаги. Кстати, фонарик хорошо работает и под водой. Активируется он двойным нажатием на кнопку включения и также выключается. Расположена на боковой грани. Контролировать заряд можно с помощью 4 светодиодных индикаторов с синей подсветкой. Яркость не очень высокая, но с учетом того, что приоритетом ставил защита от попадания влаги, это не критично. По габаритам PNY Outdoor Charger сопоставимо примерно с 2 экшн-камерами, установленными друг на другом. Без проблем можно закинуть в карман или сумку, если по какой-то причине не подходит карабин. При своих компактных габаритах PNY Outdoor Charger получил емкость 7800 мАч. Заряжать можно одновременно только один девайс. Силы тока 2.1 А, входящий ток 2 А. В комплекте есть кабели с наиболее распространенными разъемами. Это мини-USB и микро-USB. В идеале не помешал бы, конечно, еще и USB Type-C. Проводы с малой длиной не путаются и не занимают много места. Аккумулятор оснащен несколькими ступенями защиты от перенапряжения, глубокой разрядки и короткого замыкания. Заявленные характеристики подтверждены тестами. КПД составляет примерно 89,5%. График разрядки равномерный, работает стабильно. Во время работы не нагревается. PNY Outdoor Charger – отличный вариант для любителей экстремального спорта, активного отдыха на природе. Наличие защиты также позволяет носить ее с собой на улице и брать на пляж. Такая защита от попадания влаги и падений никогда не будет лишней. При этом она также остается удобной для повседневного использования. Плюсом отнесем наличие фонарика, вывод данных по оставшемуся заряду, простое управление, стабильную работу, расширенную комплектацию и крепление карабином. С удовольствием обсудим с вами PNY Outdoor Charger в комментариях, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.